Вот, нормально. Мы бойлер сделали. Он у нас, оказывается, не сломался. Мы кран с туалетом не перекрыли просто. С горячей водой. Мастер приехал, вот так у виска почесал. Короче, постоял и уехал. Подсказал нам. Я гречку кушаю с сосисками. Что делаете? Что поели? С кем спать пойдете? Рассказывайте. Спасибо. Умничка. Вкусные вот это грибы баклажаны. Я не знаю, что вы упендриваетесь. Кто? Грибы с баклажанами вкусные. Кто уёрнул? Все. Кто? Все. Папу сдержать. Сегодня же 20-е. Да, 20-е. Мы же на 20-е хотели пахать-то. Хирали, холодно. Спасибо. Я решила добавить грибы туда. Да. Грибы и баклажаны. Да. Все мытое у меня. Не переживайте. Да. Будешь сядь за место на свое. Да. И над столом ешь. Да, гриб. По глазам. Он портится уже, потому что. А нас, когда тебя не было, когда мы грибы резали. Дома. Другом столом. Да еда чуть-чуть осталась, не оставляй. Нечего оставлять.
господи. За господи. Стул мне перенесите, пожалуйста, кто взял обратно. Давай, давай, ищи. Когда несут, не прятали только косяки. Да блин, трындец какой-то. Еще муку надо туда добавить. Теперь меня видать, я надеюсь. Что мне рассказать? Я помолчу. Сами за меня там попишите. Бабушке надо, бабушка просила. Ей надо. Ей всегда все, что-то надо. Мало масла. Ляжку Борьки сюда еще надо положить. Одну. Левую. Левую.
еще тут. Молодцы. Так не должно быть. Масло опять мало. Баклажаны впитывают все масло. Вот. Теперь пускай жарится. Чуть-чуть. Там гречка будет на подходе.